Сегодня у нас на обзоре механическая клавиатура от Corsair K70 RGB MK2 стоимостью в районе $170. Первая механика с RGB подсветкой на переключателях Cherry. Также есть варианты K65, укороченная, без нампада, и K95 с блоком для макро-клавиш. Но о них чуть позже. Всем привет, с вами Дагер, и это магазин APGUS. В комплекте, помимо самой клавиатуры и брошюрки, мы встречаем подставку под запястье, пакетик с пулером и сменными кейкапами с поддержкой русского языка, VACD блока, как для FPS игр, так и для моба. Кейкапы приятные на ощупь, серебристые и рельефные. Алюминиевая конструкция прочная и долговечная. Согнуть при желании очень трудно, берется не на один год и будет служить долго. Из особенностей клавиатуры на ней есть режим анти-гостинг, который позволяет вам распознать каждое ваше нажатие, дает возможность сделать любое количество кликов по клавиатуре одновременно. Также присутствует игровой режим, тем самым избавляя нас от кнопки Windows во время игры. Дополнительно есть разъем USB. К сожалению, данная клавиатура имеет выход USB 2.0, что на сегодняшний день не актуально, нежели чем USB Type-C. Из интересного – клавиша переключения профилей подсветки, регулировка подсветки, барабан регулировки звука. Не люфтит и приятно холодит руку. Также под колесом находятся 4 мультимедиа клавиш. Пластик, не механика и кнопка выключения звука. Клавиатура имеет толстый кабель оплетки. Кабель разветвляется на 2. Один для подключения, второй для сквозного USB. Как и многие ютуберы и обзорщики любят кидать отзыв и делать упор о подставке клавиатуры. Что могу сказать я? Это обычная подставка, которая реально удобна при использовании механической игровой клавиатуры. И если ты хочешь выиграть данную клавиатуру, участвуй в нашем розыгрыше. Подпишись на YouTube-канал магазина APGUS, прожми колокольчик и оставь любой комментарий. В Инстаграме под этим видео отметь 3 друзей. Помимо розыгрыша, клавиатуру вы можете приобрести у нас в магазине. Напоминаю, что в нашем Телеграм-канале вы можете найти полный прайс на периферию. А в заключение не забываем оставлять комментарии под обзором, нам очень важно ваше мнение. Обязательно прочтем и ответим каждому. С вами был Дагер и магазин APGUS. Всем пока-пока!